Пахнет сосисками. Сосисками пахнет. Где вы первый раз сосиски занюхали? А ну, ведите нас туда. Возле... Бежи, Скуби бежит, Скуби унюхал. Скуби, беги нас. Новое задание для команды Скуби-Ду. Давайте же расследуем его. И давайте соберем 5000 лайков для того, чтобы мы выпустили новую серию. Скуби-Ду-Би-Ду. Скуби, Шегги, не отставайте, давайте побыстрее. Давайте. Скуби, я надеюсь, там будет еда в холодильнике, сосиски. Я не пойду, там страшно. А за парочку Скуби снеков? Ладно, пошли. Да, на, держите. Скуби. А мне... Держите, я вам тоже дам. Вперед. Давайте поговорим с дворецким. Здрасте, мы пришли на задание, что тут такое произошло. Здравствуйте. Это вот здесь опасное место, не ходите туда. Тут убегают люди. Это особняк. Это особняк очень богатых людей, они недавно все умерли, поэтому лучше не суйтесь туда. Там все духи обитают, лучше туда не идите. Так, а мне интересно, что это за золото, за сейфы тут, откуда это все? А вы не призывайте. Это все в надежных луках, не призывайте. Это не вас. Это не вас и дело. Не вас и собачье дело, ну валите отсюда. Зарплату дворецкого. Ладно, давайте будем расследовать. Давайте, пойдемте. Тут кровь, смотри, тут кровь. Я туда не пойду. А, ну ты... Не, куда ты нас ведёшь? Не-не-не, мы туда не пойдём. Там только еда есть. Ну, на тебе еще, на тебе еще, на. Я хочу попробовать сосиски. Не-не-не, давай потом, Шегги. Шегги, здесь кухня. Шегги, давай потом, Шегги. 60-сантиметровый бутерброд. Пошли. Срочно. Ой, Фред, мне кажется, это будет надолго. Давайте мы каждую комнату будем, да, расследовать. Да ничего, да, справимся. Смотри, какой-то символ странный, череп. И камин. Мне нравится это место. Скуби, если что-то заметишь, гавкай сразу. Скуби, голос, Скуби. Что тебе надо? Ладно, пойдем. Слушай, пойдем лучше искать еду. Я надеюсь, тут есть холодильник в этом... Ой, Фред, ладно, пойдем. Они... Давайте последовать по крови, тут кровь какая-то. Вот сюда, я не пойду по крови, мы что, дебилы, что ли? Ладно, вначале пойдем не по крови, Шаги, так уж и быть. Так уж и быть, давайте сюда. Хорошо, не по крови. Нифига, смотрите, сколько тут золота, сейфов. Какая-то богатая семья это была, да? Тут даже якорь есть. Лучше была бы колбаса. Никакой еды. Мотив понятен. Это же невкусно. Почему их убили, да, Дафна? Из-за золота. Возьми себе кусочек. А кто бы это мог быть? Я вообще не понимаю. Он говорил про каких-то призраков. Мне кажется, это призраки. Давайте тогда сейчас пойдем по крови и посмотрим, что тут такое. Кровь идет вот сюда, в эту комнату. Шейд? Может, мы тут останемся, подождем вас? А за парочку Скуби снеков? Ну, если только за 4. Ну ладно, так уж и быть. Я еще даже докину, держите. Каждому по 4. Так, заходим, проходим. Давай. Скуби, проходи. Ёханый баба, смотрите, кто тут! Скуби! Скуби, не бойся, Скуби! Скуби, не бойся! Да, ты смотри, это владельцы этого особняка, Анна и Роберт. Они убежали, Фред. Да, все хорошо? Тут никто нас не съест? Смотри, только это книжка! Подписка, она прочитает? Фред, да может ты прочитаешь, я боюсь. Так, тут написано, мы с Робертом не понимаем, что происходит. Духи, они наверху. Нет, Роберт. Короче, они дали нам какую-то подсказку. Что-то есть наверху. Наверху. А это мертвые, все, они, у них уже не все? Наверное. Я надеюсь, наверху есть кухня. Зачем идти наверх, если они сказали, что там духи? Ну, мы же должны расследовать это убийство. Должны все проверить, да? Опасно. Опасность это наше второе имя. Держите, перекусите. Они вообще... Они все, уже не отказываются. Хватит со своими скуби-снеками, давайте сосиски. Да если нет, на нем сосиски, то мы сразу делаем. Мы жрем только какую-то постоянно. Песню уже с хренью этой. Кровь везде. Ну можете кровь слизывать по пути. Так, кровь слизывать. Смотрите, призраки какие-то. В атаку! В атаку на призраках! В атаку! Это муляж. В смысле муляж? Это куклы. Скуби не пугайся. Ничего опять опасного. Все нормально. Это заборы. Это куклы. Я сразу понял, что это куклы. Тут даже дети мертвые. Если вы смотрите, Скуби, мертвые дети. Хотя лучше нет, не смотрите. Не смотри, Скуби, не смотри, ты тоже Шегги. Шегги, у тебя вот... Это не манекен. Это ребенок! Фред, мы должны найти улики. Что произошло здесь? Знаю, яблоки, кровь какая-то. О, смотри, что-то торчит. Пиджак. Скуби, я нашел яблоки. Яблоки? Кровавый пиджак!
Яблоки. Так, а кто у нас пиджаки-то носит? Я не помню. Шеги. Пиджак, смотри. Шеги, возьми. Только не одевай его, он окровавлен. Да, твою мать. Нужно быть серым. Пиджак такой. Ну зато здесь есть яблоки. Ну пока-пока. Давайте подумаем, что с этим пиджаком. Официанты носят пиджаки. Кубину, я нашел. Официанты, а дворецкий носил пиджаки? Мясо. Я нашел мясо. Я не помню, но вроде так. Давайте за нами, Шейги и Скуби. Давайте. Тут есть еда, я прям уверен. Давайте. Мясо. Еще еда? Ой, да, много еды. Кровь идет сюда. Смотрите! Это знак, я его видела. Видела. Скуби, только где же я его видела? Лучше тут холодильник. Да где-то там будет, 100%. Скуби, Скуби, где? Огромный особняк нет. Скуби, Скуби, где мы видели этот знак, не помнишь? Унюхай. А, свет. Веди нас. Шеги, давай. Пахнет сосисками. Сосисками пахнет. Почему вы первый раз сосиски занюхали? А ну, ведите нас туда. Возле... Скуби бежит, Скуби унюхал. Скуби, веди нас. Скуби, давай, Скуби. А где моя сосиска? А там твоя сосиска, Скуби, веди нас. Бежим за Скуби, бежим. Веди нас. Печки. Так, вот знак. Такой же, как и наверху, смотри. А он унюхал сосиски в печке. Что, там есть сосиски, Скуби? Есть сосиски. У меня есть мясо. Нет. Значит, они там жарились давно. Что за этим знаком? Мне кажется, тут... Тут какой-то тайный проход. Охранники, Скуби, что тут же делать? Дворецкий! Мне кажется, пора убегать. Бейте охранников! Дворецкий, ты пойман, ты убийца! Ах вы смертавцы, как вы посмели сюда вторгнуться на территорию моего особняка? У меня бы все получилось, если бы не вы, маленькие тупые засранцы. Так, Скуби, фас его, фас! Фас, Скуби, лови! Лови его! Отправляйся в тюрьму! Вот мы и закончили наше расследование, и подлый дворецкий сидит в тюрьме. И, ребята, не забывайте ставить лайки, если вам понравилось. И, наконец-то, я в этом сраном особняке нашел хотя бы жареную курицу. Скуби-Ду, как тебе? Ну, нормально, да. Нормально, Шеги. Скуби-Ду, беду!